29 ноября глава Дагестана Сергей Меликов в ходе прямой линии ответит на вопросы жителей региона. Люди их активно присылают. Большинство обращений касаются социальной сферы, строительства, ремонта школ, а также ЖКХ. Задать свой вопрос главе региона может каждый. Для этого нужно направить обращение на портал вопросмеликову.ру, страницу главы региона в социальной сети ВКонтакте, через специальный бот в телеграм-канале, а также по номеру 8 87 22 98 90 81.